Женщины этих четырех знаков зодиака будут успешными в 2024 году. Астрологи говорят, что некоторые представители зодиакального созвездия станут успешными в 2024 году. Речь идет о четырех знаках зодиака женского пола, которым удастся осуществить собственные мечты и подняться на вершину успеха в 2024 году. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, в моем телеграме ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Овен. В 2024 году женщины этого зодиакального знака будут являться главными лидерами. Астрологи рекомендуют не бояться собственных амбиций и не подавлять пробивной характер, который носят представительницы Овна. Женщины этого знака точно знают, как можно проявить себя среди толпы. В 2024 году женщины, родившиеся под этим знаком зодиака, имеют шанс получить повышение на работе или даже стать руководительницами. Более того, им удастся проявить свои способности. Второй знак – Рак. Астрологи говорят, что представительницы этого знака зодиака сводят мужчин с ума, но не только из-за невероятной красоты. Однако, в следующем году астрологи советуют акцентировать свое внимание на профессиональной жизни. Ракам следует максимально отдаваться своей работе, благодаря чему можно подняться по карьерной лестнице. Но в том случае, если представительниц этого зодиакального знака не устраивает, они могут искать новую сферу, где реализуют себя. Третий знак – Весы. В 2024 году женщины, родившиеся под этим знаком зодиака, будут тянуться к звездам. Астрологи советуют не считаться с теми, кто помешает имени благодаря большому стремлению к успеху и амбициям. Представительницам Весов удастся убрать врагов на своем пути. Астрологи рекомендуют добиваться высот и наслаждаться успешным годом, ведь карьерная сфера станет поводом для гордости. Четвертый знак – Стрелец. В 2024 году женщины этого знака зодиака могут воплотить свои планы в реальную жизнь. Астрологи рекомендуют смело мечтать и не бояться идти к лучшему, и тогда стрельцам удастся стать успешными. Не стоит забывать только о своей самодисциплине. Астрологи советуют не разрешать обстоятельствам нарушать планы, которые представительницам стрельца удастся воплотить в жизнь в 2024 году.